На снаряде Юрий Крюков. Очень долго он готовится, конечно. Существует ограничение в подготовке к снаряду 30 секунд. Но я думаю, что здесь он перебирает, и как бы этим сегодня судьи не наказывают спортсмена. Ну, с Юрием Крюковым мы уже достаточно хорошо знакомы, и сейчас посмотрим, на что он способен в упражнениях на брусе. Большой перелет, упор ноги врозь, поворот, сейчас сальто, нет, поворот, на одной стойке, на одной черте, сальто вперед. Вот это вот сейчас серия, конечно, это все очень сложно, и хотелось бы чуть больше легкости, элегантности. И двойной сальто, согнувшись со скок. Довольно короткая комбинация. Вообще на брусьях у мужчин очень коротко проходит программа. Это связано и с большой сразу. Нагрузкой. Вот я, да, иногда, нет, они как-то успевают в этот короткий промежуток времени выполнить все специальные необходимые требования и показать все, что он умеет делать. Но я вспоминаю...